Приветствую тебя на своем канале, с тобой Хорошко Олег, и в этом видеоуроке я хочу рассказать, как легко и быстро добавить любое изображение либо текст на ткань. Ну что же, приступим? Поехали! Сдублируем наш слой с тканью. Отключим видимость у нижнего слоя. Далее идем изображение, коррекция, обесцветить. Теперь также изображение, коррекция уровней. Затемним чуть-чуть наше изображение по всем трем оттенкам. Примерно где-то так. Окей. Теперь идем в фильтр, размытие по Гауссу. Я где-то поставлю примерно значение 2. Окей. Теперь сохраняем все это в PSD формат. Сохранить. Окей. Обесцвеченный слой нам больше не нужен. Включаем видимость у предыдущего нашего слоя. Теперь переносим наше изображение. Располагаем наше изображение так, как нам нужно. Регулируем масштаб и положение. Далее идем в фильтр, искажение, смещение. Здесь выбираем значение 5, ставим везде, окей. И выбираем наш сохраненный файл. И применяем к нашему изображению режим наложения перекрытия. Последнее нам нужно продублировать слой с изображением. И вот такой у нас отличный эффект наложения рисунка получается на ткань. Давайте добавим наше изображение в группу Ctrl-G, переименуем в лого. Отключим видимость у нашей группы. И теперь я покажу, как добавить текст. Выбираем инструмент текст и пишем любое слово. Я напишу свою фамилию на английском. Располагаем текст как нам нужно. Далее правой кнопкой щелкаем по слою с текстом и в меню выбираем «Растрировать текст». А остальное все то же самое. Идем в фильтр, искажение, смещение. Окей, выбираем наш сохраненный файл, применяем режим наложения перекрытия и дублируем наш слой. Вот я и рассказал, как можно легко и быстро добавлять изображение и текст на ткань. Если понравился данный видеоурок, ставь палец вверх и не забывай подписываться на мой канал. Увидимся в следующих видео. Пока!